мы не будем рассматривать, вы просто попробуйте. Все, что вам бьют, мы уклоняемся. Мы уклоняемся. Да? Не от всех ударов локтями можно уклоняться. То есть, если я бью сокса, пример, и Андрей уклоняется, пам, вы можете. Если я бью, пам, вы можете. Поэтому вы должны четко чувствовать, да? Какой удар. А? Не надо. Раз. И 5-3-10 или там бьет. Вы уходите и суете лоб. Нет. Всегда одну защиту. Не надо 2-3 комбинировать, если нет такой необходимости. То есть первое, уклон. Второе, отход. Третье, все настройки. Неинтересно, легко, понятно, да? Что мы делаем? Первое, сокти. Вот сейчас мы ставим. Вы почувствуете, если вы поставите ладошку, как будет вам больно, неприятно, вы будете бояться, потому что она не даст вам 100% ощущения, что вы защищены. Другое дело здесь. Да, если Андрей может сильно бить не проблема. А, вы должны быть уверены в своей защите. И поэтому, если он, видите, как промахивается, в этом случае, если он промахивается, я могу без носа, там, без какой-то выпирающей части. Здесь удар слетит, но не отворачивается, чтобы не открыть вот эту дырочку. Поэтому я просто стою, пам! Вторая рука. Видите, в таком положении. Потому что если он работает пум-пум серийно, а я делаю только пам, и в этот момент закрыл глаза от страха, второго я уже не увижу. Поэтому мы идем так. Пам, пам. Пам, пам. Пум. Пум. Да? Ответили. Да. Тут не глухая защита, не путай. Здесь я смотрю. Здесь я смотрю. Да, и тут. Или пам, пам, да, я могу тасмала, да, вниз плетение атаковать. За счет просто подшага, не какого-то специального движения. Здесь уже готова позиция будет, только чуть сюда, только чуть сюда. Ну или, или, понятно. Вот сейчас мы с окти работаем это, попробовали это, попробовали там, и так далее. И блок, когда он делает сокти, сокти, может быть, да, не угадали. Сокта, окей. Сокта. Навстречу и обязательно мы как бы накрываем. То есть не так, не так. Чуть раньше, не когда он бам, да, разгоняется. И бывает, что вы не угадали, да, и вы работаете просто ближний, просто ближний. Что не всегда удобно, потому что есть возможность, что войдет внутрь. Здесь внутрь вы никак не дадите ему пройти. Ну, если он не хитрый, не заходит сам за счет движения. И так далее. Первое, да? Сокта. Там вы можете атаковать, вот как я говорил, удар, и в то же время как защиту, бам. Но если вы тайминг и точность плохо сработали, бам, да, у вас будут проблемы. Если вы все точно, нужным местом, бам, проблемы будут у него. Okay? Иногда бам, чуть сложнее, но можно. То же самое вы делаете здесь, навстречу. При этом мы чуть-чуть смещаемся, что если вы опоздали, опоздали, вам не попало. Не-не. И поэтому я делаю там, да, здесь. Но если я опаздываю, он будет мне атаковать больно. Вот. Сок так. Блок, блок. Так же. Сок так. Пан. 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 Пан! Да, любая контрата. Любым видом оружия. Да? И...
Соптей, соптат, защита, фара.